Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий». Благодаря удачному соединению Меркурия и Урана в ближайшие 7 дней у многих людей появится способность быстро усваивать и анализировать информацию и знания. Поэтому для преподавателей или учащихся это отличное время для сдачи экзаменов, выступлений на широкую аудиторию и возможности ярко заявить о себе и своих способностях. Важные успехи в науке, технике, бизнесе и журналистике намечаются у близнецов, дев, козерогов и водолеев. Это идеальный период для начала проектов, требующих большой дисциплины, внимания к деталям и организованности. Теперь подробнее об астрологическом прогнозе для каждого знака с 27 мая по 2 июня. Овнам первая половина недели принесет много раздражающих событий и ситуаций, связанных с работой и коммуникациями. Лучшей тактикой должна стать сдержанность и беспристрастность, так как любое проявление негативных эмоций может потянуть за собой неприятности. Для стабилизации своего состояния стоит обратиться к практикам медитации, аутотренингам или посетить психолога. И тогда вторая часть недели порадует встречами с приятелями. Людьми. Уран и Меркурий в Тельце представителям этого знака подарит оригинальные идеи, необычные решения проблем, встречи с неординарными людьми. И это далеко не полный список того, что будет соответствовать этому транзитному соединению. Тем, кто работает со средствами связи, кто занят наукой и техникой, предстоят очень интересные и вдохновляющие события, а также некоторые организационные перемены. Близнецы будут наслаждаться успехами в профессиональных делах, известностью или популярностью в публичной сфере. Многие смогут проявить свои интеллектуальные способности, добиться впечатляющих результатов в науке, бизнесе или информационных технологиях. Романтическая сфера порадует многообещающими поступками со стороны любимых людей. Ракам неделя принесет новые интересные знакомства, часть которых может перейти в крепкую дружбу. Профессиональные дела потребуют от раков большой концентрации внимания, времени и сил. К слову сказать, многие вопросы и задачи можно будет решить нестандартными способами, отказавшись от привычных схем. Львы будут ощущать себя вдохновленными и окрыленными из-за появления в своем окружении очень интересных и необычных личностей. Они получат возможность не только услышать новую информацию, но и продемонстрировать свои таланты и способности, произвести яркое впечатление. Для некоторых начавшееся знакомство на этой неделе может перейти в романтическую историю, в том числе и для уже состоящих в отношениях представителей огненного знака. И здесь уже от самих львов будет зависеть, предпочтут ли они проверенные временем отношения, надежность и стабильность шагу в неизвестность и непредсказуемое. Девы начнут неделю достаточно динамично, и успех в профессиональной сфере не заставит себя ждать. Хороший настрой обеспечит стабильность и продуктивное общение с друзьями и родственниками. Улучшить свое материальное благосостояние девы смогут во второй половине недели. Весам начало недели предоставит возможность проявить такие качества своего характера, как настойчивость и даже жесткость. Многим представителям этого воздушного знака пойдет на пользу новая тактика, которая, к тому же, поможет укрепить уверенность в себе и поднять самооценку. Скорпионы всю неделю будут заняты рутинными делами как на работе, так и дома. Они будут наводить порядок, стремясь систематизировать и разложить все по полочкам, что поддается системе. Повышенный контроль за действиями своего окружения также будут проявлять многие представители этого водного знака. Романтическая сфера порадует скорпионов приятными сюрпризами со стороны поклонников.
У стрельцов почти вся неделя будет связана с профессиональными делами и проблемами. Им предстоит много суеты, поездок, встреч и не всегда результативных. Однако неприятности будут временными и вскоре компенсируются успехами и достижениями. Стабилизировать ситуацию на работе представители знака смогут уже ближе к выходным, а романтические встречи в субботу и воскресенье вовсе улучшат настрой стрельцов на следующую неделю. Козерогов начало недели порадуют большими достижениями. Многих ожидают спортивные победы, успешная сдача экзаменов и научные прорывы. Козероги-бизнесмены также могут существенно улучшить свои позиции, увеличить доходы или получить в работу очень прибыльные проекты. Для водолеев неделя обещает быть продуктивной и насыщенной общением. Рабочие дела и задачи будут решаться быстро и эффективно. Учеба будет даваться легко, а контакты с руководством станут мотивировать и дадут возможность положительно решить некоторые карьерные и финансовые вопросы. Доходы будут стабильными, а увеличить их поможет новая должность или появление нового источника поступления денег. На этой неделе рыбы будут меньше витать в облаках, ведь самыми актуальными будут материальные дела и заботы. Многим придется наводить порядок не только дома, но и среди своего окружения. Представители знака начнут расширять круг друзей и приятелей. Профессиональные вопросы потребуют внимания к цифрам, велики риски, просчетов и ошибок. Следуйте подсказкам нашего астрологического прогноза, чтобы ловко преодолевать все преграды и прийти к желанным целям. С вами была Наталья Буслаева. До новых встреч и будьте счастливы!